Меня зовут Олег, и я из Приднестровья. Первое, что я хотел сделать, это поблагодарить все, что вы делаете для нас. Вы для нас очень благодарны. В Тиасполе было консульство Российской Федерации, и выдавали гражданство России. С недавнего времени эту процедуру прекратили и перенесли в Кишинев, в Молдову. И там максимально усложнена вся операция. Нужно для того, чтобы получить паспорт, нужно от полугода до года. Вот я гражданин Российской Федерации, у меня есть гражданство, а румынские сверстники уже, можно сказать, не имеют такой возможности. С чем это связано? Почему так? Это было связано... Я не знал, что это произошло, я вас об этом слушал. Думаю, что связано с самим процессом урегулированным и с желанием нашего МИДа выстроить такие отношения с Кишиневым, которые бы повысили степень доверия к России как к посреднику урегулирования этого длящегося конфликта. Уточню еще, что-то может быть чисто техническая, технологическая проблема, но мне кажется, что связано это прежде всего с желанием МИДа показать и что Россия надежный, независимый посредник, который учитывает интересы всех сторон. Но при этом, конечно, интересы конкретных людей, когда они должны подумать, как отрегулировать это. Спасибо вам огромное, потому что это вопрос для меня. Я тоже из Приднестровья, и мои друзья, многие уже не могут получить паспорт. Это правда, очень значимая для меня.